Слушай, посмотрим. Вон. Ну чё ты? Сфоткай меня. Не загораживаю? Нет! С Лолой хотели сфотографироваться посетители. Лола как была малышкой, так и осталась. Марсель, ее любимчик. Вот бы сейчас к ней его запустили, было бы радости у них. Львица, точно. А вот так мордочку сделала, даже на легенду стало похоже. Так, ну ладно, Лола, раз побегать ты не хочешь, то мы пойдем дальше к другим львам.